Дорогие друзья, я вновь вас всех приветствую на своем канале. Меня зовут Ирина Маркелова, мой канал тоже называется Ирина Маркелова. Я уже очень много раз рассказывала вам о компании Faberlic, о ее продукции. Сегодняшнее видео не исключение, но я сегодня хочу вам рассказать о одной линейке, которую переработала компания Faberlic. И эта линейка, которая работает на восстановление волос. Я сейчас ставлю слайд-шоу, да, вы посмотрите эту линеечку, и потом мы еще подробненько поговорим на эту тему. Ну что, вам понравилось? Для тех, кто еще не знает, я хочу сказать, что компания Faberlic уже более 24 лет находится на рынке России. И каждый год они выпускают более 1500 новинок. Только вдумайтесь в эту цифру. Я вот возьму любую упаковочку, да, и эта упаковка, она сделана из такого материала, который разлагается бесследно. То есть не вредит ни природе, ни планете, ни нам. Вот, поэтому это тоже подкупает. Часто люди, которые просто выбирают то, что им необходимо, не обращают на это внимания. Но я хотела бы обратить ваше внимание и на это. Как всегда, ссылка будет оставлена под этим видео, и новички, которые, возможно, впервые смотрят вот этот ролик, да, смогут пройти по этой ссылке, и для вас будет 20% скидка, а также куча бонусов и акций. Дорогие друзья, я вас прям призываю, пройдите, посмотрите, за просмотр денег не берут. А впереди у нас Новый год, и, возможно, что-то вы выберете для себя. Знаете, можно долго рассказывать по каждому виду шампуней или по каждому комплексу. То есть, допустим, вот к этой шампуне, которую я пробовала вместе с бальзамом, вот вы можете посмотреть, как выглядят мои волосы. Что меня подкупает, это то, что у меня тонкие волосы, они непослушные. И когда я использовала вот эту шампунь и вот этот бальзам, здесь написано 3D, это объем придает, да? У меня, посмотрите, какая замечательная прическа, что не может меня не радовать, потому что очень мне сложно сделать на голове красивую прическу. Какова же была моя радость, когда я вот помыла, и замечательная такая причесочка у меня. Не знаю, нравится вам или нет, но мне нравится очень. Значит, вы скажете: ой, Ирина, ты вот поешь дифирамбы для того, чтобы там проходили, смотрели и так далее, и так далее. Друзья мои, я уже не первый день использую
продукцию Faberlic, да? Что-то я попробовала, и так как мы все разные люди, нам может и не подойти, правильно? Поэтому я попробовала и больше не пользуюсь. То, что мне подошло, я уже неоднократно говорю с этих экранов, да? Со своего экрана или с вашего экрана. Поэтому для тех, кто, вот, допустим, так же, как я, страдает тем, что очень ослабленные тонкие волосы, которые непослушные, я прям рекомендую вот эту вот линеечку. И вот из всего, что я вам показывала, я бы еще хотела порекомендовать вам вот такой вот бальзам. Я его не применяла, но применю его обязательно. И вот здесь написано: эликсир питает, укрепляет и восстанавливает секущиеся волосы, запаивая их на кончиках. Вот как бы мне это очень и очень нравится, поэтому я обязательно это испробую на себе. Я могу много говорить здесь, да, и хвалить, и пить оды, но, говорят, не попробуешь, не поймешь. Очень мне нравится еще, что в этой линейке есть маски. Данные маски, да, любые маски, вообще, которые есть, да, маски для лица, в том числе и для волос, они применяются для восстановления. И, значит, у нас здесь... Я читала на сайте, но я думаю, что здесь я тоже могу найти. Восстанавливает материю волос и питает волосы по всей длине. Возвращает волосам силу, блеск и мягкость. Насыщает питательными веществами и укрепляет волосы от корней до волос. Знаете, я с другой линейки применяла маску для возрастных волос. Это действует. На самом деле это действует. Поэтому я очень доверяю компании Faberlic. И буду, конечно, применять все серии, которые мне здесь предоставили. Но хочу сказать, что все вот эти комплекты, да, они все рассчитаны на восстановление волос. Отсвечивает, бликует очки. Вот эта линеечка тоже. Не линеечка, а комплект. Вот этот комплект тоже. И даже есть шампунь для мужчин. О мужчинах тоже не позабыли. Так что, дорогие друзья, если вы хотите более подробную информацию по каждой шампуне, по каждому бальзаму, проходите на сайт, который будет указан под этим видео. Смотрите там в описании, там будет все, и состав, и для каких целей применяется разная шампунь, да, и, конечно, цены. А также смотрите бонусы, скидки. И я думаю, что вы будете приятно удивлены. Ну и все. Мне рассказывать больше нечего. На этом я свое видео закругляю. И желаю вам в вашей жизни как можно больше красоты, внимания, чтобы то, что вы задумывали, исполнялось. И самое главное – здоровье. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.